Всем привет! Суббота, выходной, а мы пришли за сертификатом по английскому. Нам сюда. Ну, и вот мы получили. Поздравляю! Спасибо. Будем двигаться дальше. Не попросила Валя сфотографироваться для его же Инстаграм. Типа, не умею. Сообщите. Что себя? Моя пина. Угу. Не снимай. Пардон. Сейчас. Ладно. Все, идем. Пошли. Все, сертификат в кармане. У Ани. Правда? Умничка. Я горжусь тобой, доча. Будем готовиться к следующему уровню. Сдача через год. Это себе не удалось, так как локдаун, все кафе работают только на вынос. Ну, хоть так. Надо же как-то отметить Анин успех. Да. Локдаун продолжается в Киеве. Даже по центру скорые с мигалками. А мы взяли вот такой коктау. Ой. Какао. А, какао, да, с этими, с маршмеллоу. Классно. Все. Пойдем домой. Передавали сегодня весь день дождь. Зонтики мы взяли. Второй в рюкзаке. Но сейчас не капает. Просто сыро. Плюс 9, да? По городу уже можно взять самокаты на прокат. Снега уже нет. Проехать легко. Берешь самокат. По приложению оплата. И едешь. Оставить можно в любом месте Киева. Очень удобно. Вот прошли 100 метров опять самокат. Итак, через каждые 100-200 метров можно взять самокат и поехать. Сюда нас подвезли на машине. Папин коллега по работе. Обратно идем своими ножками. И с чашечкой какао. Ням-ням. Стоим на светофоре. Сейчас пройдем Ярослава Вал, выйдем на Львовскую площадь и потом по прямой на Лукьяновку. И вот мы уже приближаемся к Лукьяновке. Идти с Ярослава Вала к Бабьему Яру под горку. Вот так вот. Поэтому идти легко, непринужденно, зонты не открывали еще. После 15:00 вроде бы пойдет дождь. Должны успеть.
примерно по километражу 5 километров. Ну, у нас сумок нет, поэтому идется легко, непринужденно, правильно? Да. Вот на нашем пути снова самокаты. Болт. Но должно быть приложение. Открой приложение Болта, бери, выбери режим самокатов в верхнем правом углу. Надо разобраться и попробовать при хорошей погоде. Как раз три. Ане, маме, папе. Шли. Идем вдоль улицы Сычевых Стрельцов. Раньше она называлась улица Артема. И вот мы уже подходим к Бабьему Яру. Сейчас будет улица Хохловых и выход на Бабий Яр. Прошли 6,5 километра. Хорошая тренировочка. Справа проходим военное Лукьяновское кладбище. И телевышка на Дорогожичах. А там мы живем. Повезло, что дождь не намочил нас. Улицы пустые, прохожих мало, транспорт тоже пустой, так как ездят все по спецпропускам. У нас спецпропуска нет, поэтому ходим пешком. Вот бы сейчас самокат. Вот такая киевская телевышка. Верхушка уходит в туман. Сколько здесь живем, так и не посетили с экскурсией центр телевидения. Ну, у нас еще все впереди. И вот наша улица Дорогожицкая. Развилка, пересечения с улицей Олени Теліги. Право пошла дорога на Петровку. Прямо Рижская больница 9-я. Сейчас отведена под ковидных больных. А слева мы живем. За этими домами. Поэтому буду заканчивать свой влог. Всем пока!